Всем привет! Ну что ж, давайте пойдем посмотрим. Что ж такого натворили Берт и его компашка? Как вас зовут-то, ребята? София, Падук и Коул. Коул? Ну это же другой Коул. Ну это явно не наш Коул. Ну а тут что? Ваншотс. А что такое ваншотс? Хаммерборд сейвдов. Шотганс и ваншотс онли. I know we're forbidden from using enemy weapons, Colonel, but to survive out there in the field. You have to know how to adapt, and I'm an adaptable man. Это что у нас? Это Хаммербурс, да? Это сейвтов. Ладно, что ж, у нас отобрали наше клевое оружие для того, чтобы мы сделали этот челлендж. Окей. Я не против попробовать. Ну, то есть я против, но мне не оставили другого выбора. Надо быть более гибким. Интересно, а Хаммербурс здесь не так, как в третьем. Жаль. В третьем он был шикарен. Да ну вас нафиг. We got a healing canvas! Hit it! Привет, чувак, а не хочешь? These grubs seem awfully interested in your museum! Прикольно он так, да? Дуплетом. На! Или он выжил? Нет, это другой. Тот не мог выжить от дуплета. Хаммербурс офигенная пушка. Начинается со второй части, по-моему. Или с третьей. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, спасибо. Падук. Автонаводка маленькая есть. Надо этим пользоваться. Вот у нас уже третья миссия, кстати, идет. И третий раз пока все происходит в режиме маленькой арены. То есть мы доходим до арены, нам дают задание. И мы эту арену зачищаем. Патронов бы мне, что ли.
всей военной славы. Как скажете. They keep coming! You want some? Специальные патроны появились, которые полностью восстанавливают. Drop the canvas! Кто там у нас такой борзый? I'm down! Ну-ка, прикольно, он назад прыгает. По-моему, поменялась анимация. А, таракашки. Так, тебя кто-нибудь подымет? Софья. Софья! Алёшенька! Ваншот — это не та большая крутая пушка, которая появилась в третьей части, типа большая-большая снайперка, которая с одного выстрела убивала Ривера. По-моему, это она и есть. Блин, ну вы чё, совсем друг друга поднимать не хотите? Убейте вы его уже. Давайте мы его кулаком добьем. Опа! И добили. Понимаю, пока они не кончатся, мы ничего не можем сделать, да? Зря я, конечно, так убежал далеко. Давай, кол. Блин. Давайте поменяем дробовик на ваншот. Нам им можно пользоваться. О-хо-хо. Как я люблю этот звук и эффект. Стой! Nice. Ну давай, покажися. Покажися. Да ё-моё. О-хо-хо. Какая замечательная вещь. Is that all of them? Yeah, I doubt it.
Там еще кто-то, да? Так, мне нужен... Как там здоровье? Уже сама забаррикадировалась или... Ну, мы, конечно, и так их завалим. Man, I ain't never seen so many grubs in one place before. I know. Let's just get inside. Ну, смотрите, мы 10 минут... Ну, не 10, хорошо. 9 минут мы торчали на входе в библиотеку и отбивали толпу. Не то чтобы во второй, третьей части было по-другому как-то особенно. Принцип коридор-арена, наверное, идет сквозь всю серию, но тут он чувствуется, наверное, просто более сильным. На самом деле, мне сейчас Judgment очень сильно напоминает именно первую часть. Ну да, они старались, чтобы он напоминал первую часть. Но вот как-то по механике он мне больше напоминает не по визуальной составляющей, не по идейной, а вот по механике. Разве что управлять приятно. Это огромный плюс. Слушай, в первую меня еще и управление домогало. Ну что ж, неплохо. Luma sent us. Where should we go? You're not Onyx. I'm Onyx. No, you're not, cadet. Stay here and defend this area. The east wing is getting hammered. А, так вот у них что за униформа. Какое-то подразделение Onyx. Perfect timing. Okay, we've been warned, Kilo. Grubs incoming. Давайте здесь поставим, не знаю. Keep them back, Alex. Keep them back. Hey, they're on the move. Where are you? Left side, left side. The party got cracked up. Nice work. If it grubs, it dies. Немакист? Да я не помню, кто такой немакист. Ну ладно, давайте, почему нет, в принципе, пускай присоединяется, если он так хочет. We were inside, so I figured we didn't have to worry about any nemesis. Then I realized all the room's windows were broken. I made this just for you. О, волны врагов. Давно я этого не видел. Так, что мы возьмем? Мы возьмем с собой лансер обязательно. И пускай у нас будет хаммербурст. Как он там? Хаммербарст. Так, это что? Кадила или граната? Он под граната зависла тут. Или это мина? Может быть, надо их поставить сюда.
чтобы они атаковали тех, кто будет к нам ломиться. У нас гранат нету. А вот гранатки. Кола, почему ты уходишь так далеко? Скажи мне, пожалуйста. Кто тебе вообще разрешил? Что, перезаряжается или что с ним? Так, бумер. Down in front. Ай-яй-яй. Что, первая волна кончилась, да? Check the defenses and reload your weapons. А что он тут проверять? Hey, status report. Eagle, can you see Hayes squad? Bring it up. They're bringing us up. We can't see anything. We're pulling back. Who's still with me? Eagle, can you cover? Ну давайте. Where are those reinforcements? Boomer! Bring it on! Да, мне тоже нравится. Судя по тому, что 3 звезды у нас уже почти накопилось, возможно, это волна последняя. Ну да. Ну то есть, ну да, уже накопилось. Так. Так, давай-ка мы по-быстрому. Опа, подзарядим. Почему только вот эта турель постоянно оказывается без патронов? Потому что это не стреляет ни в кого или что? Муллер!
Ну вот, только сказал. Про характерность. Флэш! Ну. Сколько вас тут еще, господа? Any and all reinforcements, proceed to the east wing. Black 4 is getting hammered over here. If we don't hurry, they're not going to make it. Ну давайте, давайте. Куда, куда, куда? Прошу прощения. Ребята, я с вами. Black Force said they were losing the East Wing. He didn't mention they lost everything on the way there. О, пистолет. Пистолет берется вместо основного оружия. Офигенно, ребята. Классное нововведение. Лучше бы не вводили. Так, гранат. Почему только две гранаты? О, четыре. Дипс! Молар! Я уже комплексую. Захожу в новое помещение. Я уже пытаюсь найти дополнительное задание. Сколько вас там, ребята, а? А где мои напарнички? Почему мне не помогают? Не помогают. Малер! Ну, стоять. А вот уже обычная, нормальная снайперка. Кстати, я так и не сумел пострелять из той. Крутой. Nice. У меня уже реально паника. Тут точно нет этой declassified миссии. Или я пропустил? Ну, видимо, нету. Привет. Молод!
Kilo. Что там происходит? I'm on your side now. This is my time to fight. Куда же вы беретесь-то, демоны? We're almost to the East Wing. I wanted to believe we'd be there in time to save Black Four. I wanted very much to believe that. То есть вы хотите сказать, что здесь у нас ничего нету, правильно? Ну ладно, допустим. Допустим, вы меня даже убедили. Не дотянули мы до трех звезд, надо было больше экзекьюшенов делать, больше всего. You! Hold this room. There's something big out there. Ну да, и не успели мы продвинуться чуть-чуть вперед, как нам тут же сказали, что делать. Удерживать комнату. Опять удерживать комнату и опять деклассифай миссия. Ну что ж, как мы можем понять, если не вся игра, то почти вся игра будет идти где-то так. Что ж, давайте, наверное, на этом мы прервемся. А продолжение уже в следующей серии. Будем следить за развитием событий. Приключениями нашего горя Берда. Что ж, спасибо за просмотр. На сегодня все. Ждите новую серию. Пока-пока. О, чуваки с мечами, прикольно. А кто сильнее, мой меч или твой? Да ё-моё. Нет, все-таки его меч. Да. Пока-пока.